Друзья, подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить свежий выпуск, а мы начинаем. На 98-м году ушла из жизни советский и российский вирусолог, профессор и доктор медицинских наук Светлана Мареникова. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора. Причины ее смерти не раскрываются. Профессор скончалась 5 марта. Светлана Сергеевна Мареникова родилась 7 октября 1923 года в Харькове. В 1941 году окончила среднюю школу в Москве и год спустя после возвращения из эвакуации, поступила на первый курс Первого Московского медицинского института, который окончила в 1947 году по специальности «Лечебное дело». В следующем году Светлана Сергеевна поступает на работу в Институт вирусологии им. Д. и Ивановского, где с должности сначала лаборанта, а затем и младшего научного сотрудника, и начинается ее славный вирусологический путь. Спустя 3 года она переведена в должность научного сотрудника в Государственный институт стандартизации и контроля медицинских биологических препаратов им. Л. Тарасевича, где под руководством академика АМН СССР Д. Соловьева ею была выполнена и успешно защищена кандидатская диссертация. После этого Светлана Сергеевна переходит на работу в Московский НИИ вакцин и сывороток им. И. Мечникова, где вначале заведует лабораториями гриппозной вакцины, оспенной вакцины, а затем и возглавляет отдел вирусов. В этот период она принимает активное участие в ликвидации так называемых завозных вспышек оспы в Москве и в Узбекской ССР, а также подготавливает материалы своей будущей докторской диссертации, которую защищает спустя 2 года. Не забудьте поставить лайк нашему видео и до скорых встреч, друзья!